Человек, живя неосознанно, выбирая второй круг, он всегда в своей жизни будет организовывать те условия, из которых он вышел. Я не знаю, вам рассказывала, нет, я вам расскажу еще раз. У меня был мужчина в браке 20 лет, все хорошо там, то да сё. Но по пятницам он покупал 2 килограмма конфет шоколадных. Садился на кухне, начинал их есть и обзывал свою жену. Она говорит, меня вымарь, я его убью. Начинаем разбираться. Он говорит, а что здесь такого? Я говорю, хорошо, поехали туда, поехали. Где? Я говорю, такое удовольствие. И вот он на каком-то там времени говорит, ну точно. Говорит, сейчас расскажу. У нас, говорит, на кухне был такой резной стул. Мама стоматолог, конфеты есть не разрешал. Значит, я там как-то подстукивал папе на маму. По пятницам. Значит, папа приходил с мамой разбираться, я брал конфеты, садился под стол, и мне так было классно. Все. Получает удовольствие. Это форма жизни, которая дает эту пресловутую безопасность. Еще раз. Вы не понимаете причину, вам просто хорошо. Потому что вот эти конфеты, запретная зона, значит, надо их свести. Почему всегда присутствует треугольник? Всегда. В человеческой жизни. Даже если вы с кем-то сходитесь. Кто-то это организовал. Обязательно. Обязательно. И обычно это невидимые люди. Это может быть вообще сколько-то лет назад. Конечно. Конечно. Но драйв, он требует продолжения банкета. Сейчас мы придем, говорит, да ты такая. Она говорит, ну твою мать. Но она, правда, женщина такая потрясающая, с чувством юмора была. Она говорит, ну что мне с ним делать? Говорит, я ему горшок на голову одевала. Он говорит, он все жрет конфеты, говорит, у него такая улыбка на лице. Он говорит, да ты дура. Он говорит, пани в субботу встает, говорит, ну совсем другой человек, вообще родной, замечательный, любит все. Ну, говорит, полтора часа, говорит, мат-перемат, говорит, ты такая сякая, говорит, и жрет конфеты. Он говорит, а что такое? Не понял. А что? Говорит, я не имею, у него, говорит, снятие от стресса такое. Почему человек бессознательно всегда организовывает те условия, где он выжил? Почему люди совершают преступления? Потому что там, научившись или здесь, они считают, это норма жизни, это драйв. Почему вам нужно понимать, чего вы хотите? Вы хотите быть мамой, папой, семьей, там еще кем-то? Вопросов нет, выбор человеческий. Или мы хотим сделать кому-то больно? Потому что мне делали больно. Человек всегда наказывает другого за свои несостоятельности. Я не прошла, он будет виноват. Вопросы? Ирина, можете пояснить?